Смотри, сколько их. Я же ведь вам сказал, что я обязательно их здесь найду. Вот это да, привязка к местности. Вот это удача. Для Вадима Александровича Черноброва подарок. Подождите, ребята, подождите. Да что такое-то? Что за... Где? Где? Слева, и погасло. Может, мишени какие-нибудь? Да какие мишени? Смотри, сколько висит. Там полигон, господи. И чего? Смотри, сколько висит. Полигон, по-моему, даже не вот здесь вот где-то. Ну, что, воздух, что-то. Это да. Четкая форма. Камера не берет больше. Вон летит с левой стороны. Видим? Вон, вижу, ага. Сейчас. Блин. Оп. Ё-мазай, опять я не поймал. Да, тут что-то слишком быстро летает. Валентинович, я приближаю. Тут очень и очень четкие формы вырисовываются. Ты левый ты снял? Нет. Не улетай. Они удаляются. Астраханская область, Селитрёная. Какое сегодня число?
25 апреля. Вот это удача. У меня аж руки трясутся. Опаньки, и все. Ну теперь скажите мне, что это было, Валентин Валентинович. Полнолуние. Да, это было полнолуние. Слева еще один летал, да? Дважды. Дважды, да, появлялся и улетал. Ну а мы заканчиваем свой репортаж специально для группы «Космопоиск» и Вадима Александровича Черноброва. Часть вторая. Появились снова спустя 1.5-2 минуты. Я хочу увидеть четкий диск. Может не диск, а шар. Может быть. Темнеет, и фокус уже настраиваться плохо. Вот они опять. Опять они. Разрешите прикурить? Сиди на крыльце сегодня и снимай. Начало двигаться. Вот там бугорок небольшой. Вот по нему привязка. Как же снять-то, чтобы почетче?
далеко уже. Группа объектов. Колено. Оп-оп-оп, гаснут. Чик, вторая серия закончена.